Совесть передачи, что у вас колоссальное количество поклонников, вы не любите слово фанаты, ну, поклонники, да. У вас есть сайты у этих поклонников. Как вы справляетесь с этим шквалом поклонников? Наверное, я просто не кидаюсь на все комплименты, которые слышу в свой адрес, и настолько отношусь к себе с юмором и, знаете, не трепещу при слове Димы Билан и, знаете, совершенно критически отношусь к себе. Но это есть абсолютно осознанное качество, которое я, мне кажется, все культивирую и даже постоянно... Тренируюсь. Постоянно стараюсь себя где-то задеть, чтобы я как-то не расслаблялся, не верил в то, что обо мне там, например, говорят.